21 октября, в день герба и флага Тверской области, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья. Это наши земляки, которые добились выдающихся результатов в различных сферах деятельности, кто своим трудом вносит вклад в развитие территории. Традиционно в ходе же этой церемонии свои первые паспорта получили и юные граждане нашей страны. Многодетные родители и преподаватели, сотрудник сферы культуры и рабочий, тракторист и водитель. Всего более полутора десятков человек были приглашены в правительство Тверской области на торжественную церемонию вручения наград. Все эти люди ежедневным трудом вносят свою лепту в развитие Верхневолжья. Такие люди, как вы, преданно служат нашей стране, России, нашей родине. У кого сердце болит за свой край, за свою страну, кто добился выдающихся результатов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, культуре, медицине, образовании, спорте, муниципальном управлении. Традиционно губернатор вручал награды как федерального, так и регионального уровня. В частности, сразу три человека получили благодарность президента страны. Среди них и воспитатель детского сада Галина Гусева. В профессии она уже 37 лет и отмечает, что это у нее фамильное. Мама была воспитателем, отец преподавал в музыкальной школе. Бабушка была у меня учителем. Работа мне очень нравится. Все, что мне дали мои родители, я теперь могу воплотить в своей работе. Не менее примечательная судьба и у Валерия Виноградова. Более 20 лет он работал в Старице прокурором. Все это время непростую службу ему удавалось совмещать с тренировками по боксу, которые проводил для местных детей. Со всего Советского Союза и даже за границей звонят мне мои воспитанники, бывшие. Им сейчас по 40-50. Это вот состоявшиеся люди. Но все они благодарят за то, что когда-то пришли маленькими в секцию бокса. И знаете, как приятно слышать, когда они говорят, что если бы мы не пришли тогда, неизвестно, где бы мы были сейчас. Церемония награждения проходила на глазах у пятерых юных жителей Тверской области, приглашенных для вручения первых в их жизни паспортов. Вполне возможно, что вдохновленные примером старших товарищей, они тоже приложат все силы для созидательного труда во взрослой жизни, чтобы вернуться в этот зал еще раз. Теперь уже для получения из рук губернатора заслуженной награды.